В России завершается третий этап кассовой реформы. Кого коснется отсрочка применения онлайн-касс на 2 года? Какие штрафные санкции предусмотрены за неприменение контрольно-кассовой техники? Вы смотрите программу «Первые лица» и, как всегда, в нашей студии люди, которые принимают решения. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В нашей студии Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области. Глеб Александрович, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер. Ну и хотелось бы с чего начать. Меньше месяца остается до завершения третьего этапа очень длительной, очень непростой кассовой реформы. Вот в чем суть перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники и кому, на ваш взгляд, стоит поторопиться с приобретением онлайн-касс? И на сегодняшний день сколько у нас уже стоит онлайн-касс? Ну, на самом деле, реформа у нас очень длинная, да? Она идет третий год. Мы приблизились к завершающему этапу, правильно сказали, осталось меньше месяца. Тем не менее, стоит отметить очень важные изменения. 23 мая Госдума рассмотрела проект закона. Он, да, еще не вступил в силу, но она его в третьем чтении приняла. Очень большая вероятность, что он будет принят, который, соответственно, предусматривает ряд отсрочек в применении контрольно-кассовой техники для ряда категорий лиц. Это в первую очередь касается индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги, не имея наемных работников, либо которые осуществляют реализацию товаров собственного производства. Чтобы было понятно, что такое реализация товаров собственного производства, но это, к примеру, торты, которые вы сами печете. Угу. Там, производство сахарной ваты, там, производство моркови, изделия из пряжи, да, которые вы сами вязали. Соответственно, если вы что-то сами производите, реализуете, у вас отсрочка применения контрольно-кассовой техники есть до 2021 года. И вообще вот эти вот изменения в части данной категории, их еще связывают с возможностью введения налога на профессиональный доход на территории Российской Федерации, о котором, наверное, чуть позже расскажу. Если говорить об общем количестве контрольно-кассовой техники, то на текущий момент у нас зарегистрировано порядка 53 тысяч единиц контрольно-кассовой техники. Это в 3 раза больше, чем в дореформный период. То есть это касса стала в 3 раза больше, чем было до начала реформы. Вот давайте все-таки конкретизируем. Вы коснулись потенциально закона, который может быть принят, законопроект о предоставлении отсрочки. И сейчас у некоторых индивидуальных предпринимателей складывается впечатление, что отсрочка будет предоставлена всем. Вот кому конкретно вы начали говорить о том, что в том числе тем, кто производит собственную продукцию. Вот еще кто может? А если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, соответственно, оказываете услуги. Это могут быть услуги репетитора, это могут быть услуги парикмахера. То есть, если вы работаете сами на себя без наемных работников, оказывая любые виды услуг, у вас право на отсрочку есть. Если вы занимаетесь торговлей, ну просто скупаете где-то товар и перепродаете, то у вас эти изменения не касаются, и, соответственно, контрольную кассовую технику вы применять должны. То же самое касается тех лиц, у которых есть наемные работники, хотя с наемными работниками все уже и так должны были перейти на контрольно-кассовую технику. Вот на сегодняшний день, если индивидуальный предприниматель без наемных работников имеет право на отсрочку, в каком случае он может ее утратить? Потому что жизнь меняется и... Ну, соответственно, образно, если он нанимает себе какого-нибудь сотрудника. Так. Соответственно, у него уже есть наемные работники, которые на него работают, он с этого момента должен начинать применять контрольно-кассовую технику. Соответственно, если вы расширяете свой бизнес, то есть вы нанимаете себе дополнительных людей, вы должны сразу понимать, что вам необходимо приобрести контрольно-кассовую технику, поскольку если вы этого не сделаете, любой ваш расчет без использования контрольно-кассовой техники является нарушением федерального закона, соответственно, влечет возможное наложение на ваши штрафных санкций. Тогда возникает еще один вопрос. Вот до конца июня нужно зарегистрировать онлайн-кассу. Сейчас, предположим, у индивидуального предпринимателя есть право на отсрочку. Потом он его теряет в силу тех или иных обстоятельств. За какой срок он должен ее приобрести и поставить на учет? Суть в том, что если он себе нанял работника, то следующая операция, которую он должен провести, по сути, это уже должна быть операция с использованием онлайн-кассы. Соответственно, ему нужно подгадать приобретение кассы под дату приема нового работника.
То есть, условно говоря, в пятницу он официально принимает нового работника, и в понедельник, если он начинает работать, то да. у него первая операция уже должна быть применена. Да, но на самом деле текущие технологии и сроки регистрации, они позволяют кассу зарегистрировать за считанные минуты. Разработаны специальные сервисы, то есть никуда ходить не надо. Разработан сервис «Личный кабинет налогоплательщика», который применяет контрольно-кассовую технику. Соответственно, зарегистрироваться можно на сайте. С помощью этого личного кабинета в считанные минуты можно регистрацию контрольно-кассовой техники провести. Налоговый вычет очень полезная, очень хорошая штука, которая позволяет, ну, минимизировать или, может быть, даже полностью покрыть все расходы на приобретение онлайн-кассы. В этом случае ИПшник имеет право на налоговый вычет, если вот он вначале не, у него не надо было, была отсрочка, потом появилась необходимость? На самом деле нет. Право на вычет имеют только те лица, которые кассу зарегистрировали до 1 июля текущего года. Июля? Да. Соответственно, если вы не успели своевременно зарегистрировать контрольно-кассовую технику, право на вычет вы теряете. То есть по опыту предыдущих этапов, как обстояла ситуация, ну тогда была немножко другая обстановка, там был дефицит с фискальными накопителями. Сейчас абсолютно никакого дефицита нету, то есть в достатке и фискальные накопители, и модели контрольно-кассовой техники, причем различных производителей, модельный ряд постоянно расширяется, соответственно, дефицита никакого нет. Тем не менее, по опыту предыдущего этапа очень много людей заключили договора и ставили уже кассы после срока. Но при наличии договоров, соответственно, у нас было такое распоряжение службы, под штрафные санкции не попадали. Соответственно, людям давали возможность установить контрольную кассовую технику. В текущий период мы, наверное, будем поступать таким же образом, то есть сразу никого мы штрафовать не будем. Но очень важно понимать, что если вы не успеете зарегистрировать, не купить, а именно зарегистрировать контрольную кассовую технику до 1 числа, вы утратите право на получение вычета. Вычет, соответственно, представляется на каждую приобретенную модель контрольно-кассовой техники в размере 18 тысяч рублей. Чтобы было понимание, что такое вычет, это он рассчитывается, и вы можете применить, исходя из той суммы налога, которую вы уплатили. То есть, по сути, государство за счет того налога, который вы платите, дает вам возможность приобрести контрольно-кассовую технику. Тоже важно понимать, опыт предыдущих этапов реформы показывает, что пиковая нагрузка на серверы, в том числе Федеральной налоговой службы, она приходится именно в последние дни перед окончанием срока, то есть это получается у нас 29-30 число, да, в текущем случае. Соответственно, важно понимать, что в эти дни задержки могут быть с регистрацией, потому что нагрузка на все серверы потому очень большая. Потому что все придут. Потому что все придут. Поэтому, чтобы не попасть в ситуацию и не лишиться из-за того, что вы не успели зарегистрировать право на получение вычета, мы рекомендуем сделать это заблаговременно. Еще очень важно понимать, да, что мы наши все инспекции настраиваем на помощь людям именно в пиковые моменты нагрузки, в последние эти дни. Поэтому последний день, последние выходные июня месяца у нас будут рабочими днями для отделов, которые занимаются контрольно-кассовой техникой. Поэтому, если есть какие-либо вопросы, вы можете абсолютно в любую инспекцию в эти дни прийти. Соответственно, там люди будут на рабочих местах, они всегда будут готовы и рады оказать вам любую помощь, связанную с регистрацией или возникновением каких-то проблем. А дайте вот пошаговую инструкцию, как ее регистрировать, вот эту онлайн-машину? Заходите, на самом деле, в личный кабинет. Там есть, в принципе, и видеоролики, и материалы, как проходит процесс регистрации. Но там, на самом деле, все довольно-таки просто. Там забивается номер самой контрольно-кассовой техники, там забивается номер фискального накопителя, соответственно, заполняется графа, где будет установлена контрольно-кассовая техника, и нажимается на кнопку, происходит процесс регистрации. В принципе, там ничего сложного нет. Вот, кстати, знаете, мне сейчас какая мысль пришла в голову, и проконсультируйте меня вот прямо здесь сейчас на месте. Предположим, я индивидуальный предприниматель, который сейчас имеет право на отсрочку покупки онлайн-кассы, но я предполагаю, что, допустим, через 3-4 месяца я все-таки буду работать в другом режиме. А к чему я сейчас веду? Есть ли мне смысл и можно ли мне приобрести сейчас онлайн-кассу, поставить ее на учет, и несколько месяцев она у меня работать не будет, получить вычет, а потом, когда он у меня начнет работать, она у меня можно, начнет работать? Можно. То есть это нормально? Никто меня за это не накажет? Нет, конечно, это нормально, это не является нарушением. Пожалуйста, вы покупаете кассу, срок, что называется, ставите ее на учет. Единственное, ну, тоже важно понимать, то, что у каждой кассы есть фискальный накопитель. Да.
у которого есть срок его использования. Mm-hmm. Они есть на год и на 3 года. Ну, соответственно, вы просто потратите, не работая, 3 месяца срока фискального накопителя. Затрат на его приобретение, понятно, они гораздо меньше того возможного вычета, который вы можете получить. Просто я вот из этих соображений, то есть то, что она будет молчать, никто мне вот каких-то претензий не предъявит. На самом деле, из общения с индивидуальным предпринимателем, почему откладывают на последний месяц, да, на последние дни, очень много именно занимается этим из-за того, что фискальный накопитель имеет ограниченный срок, и чтобы побольше его можно было использовать, они стараются ставить последние дни. Но на самом деле, с точки зрения экономики, гораздо выгоднее посчитать, да, что риски, связанные с тем, что вы не успеете вовремя зарегистрировать кассу, и будете бегать в последний день, и лишитесь права на вычет, они гораздо выше, чем там несколько дней использования фискального накопителя. Я правильно понимаю, что, по сути, онлайн-касса – это такой некий микрокомпьютер? И вот плюс в том, что налоговый вычет его перекрывает. А в чем еще плюсы вот перехода на цифру, на ваш взгляд? Ну, на самом деле, там плюсы, они есть как для федеральной налоговой службы, так, в первую очередь, очень много плюсов для самих налогоплательщиков. Потому что эта касса, она в онлайн-режиме передает проведение любой операции, которая проходит, соответственно, которая вводится на кассе. Это позволяет следить за бизнесом, то есть следить за товарными денежными потоками, следить, соответственно, за своими работниками, как они работают, в какие часы пиковая нагрузка, какие нет. С точки зрения управления бизнесом очень удобно. Следующий очень важный момент – так называемый народный контроль. Интересная Потому тема. Что вся идеология реформы, она построена на том, что у нас контрольно-кассовую технику должны применять практически все. Соответственно, любой человек, придя в любое место, должен получить на руки чек, контрольно-кассовый чек, соответственно, который с помощью мобильного приложения можно проверить на достоверность. Соответственно, с точки зрения безопасности покупателя, это тоже очень большой шаг вперед, потому что человек, скажем так, не отходя от своего продавца, может понять, легально ли тот работает, и действительно ли кассовый чек, который ему представлен, он достоверный, и можно будет какие-то претензии потом, в случае чего, к продавцу предъявлять. А как проверить легальность чека? Специальное приложение есть для мобильных устройств, которое называется «Проверка чеков контрольной кассовой техники». Оно доступно. То есть его скачать можно? Да, его можно скачать, оно доступно и на Android, соответственно, на айфонах. Сканируется QR-код, который есть и должен быть на всех чеках выдаваемых. Соответственно, с помощью этого QR-кода информация уходит на сервера налоговой службы, там проходит проверка, и если чек некорректен, к нам автоматом уходит информация для проверки той организации, которая этот чек выдала. То есть это уже дальше все происходит автоматически, вы начинаете работать и интересоваться, что здесь происходит, кто здесь. Это поэтому и называется народный контроль, потому что любой человек, нажимая на кнопку, по сути, помогает нам выявлять недобросовестных участников рынка, которые не применяют или неправильно применяют контрольно-кассовую технику. Если говорить о законопроекте, каких еще изменений стоит ожидать? Интересных. Там изменения есть, ряд специфических интересных изменений. По транспортной отрасли внесены изменения в части отсутствия необходимости применения контрольно-кассовой техники при безналичных расчетах там, общеобразовательных учреждений, домов культуры. С моей точки зрения, самое важное и нужное, что было внесено, помимо озвученных изменений, это изменения касательно транспортной отрасли. Потому что было очень много вопросов. Мы с областным министерством транспорта проводили много очень совещаний, потому что очень большая нагрузка в старом формате закона предполагалась именно на представителей бизнеса, которые занимаются перевозками. Это установка контрольно-кассовой техники, по идее, в каждую маршрутку, соответственно, в каждую трамвай. Понятно, что это очень большая нагрузка. Соответственно, там очень много операций проводится, очень частая смена фискального накопителя. Для них предусмотрели возможность применения облачной кассы. То есть, по сути, все остается практически как было. Они покупают несколько касс, которые устанавливаются в административных зданиях, которые связываются с теми же валидаторами, которые сейчас есть в общественном транспорте специальной программой. Соответственно, вам на валидаторе выдается бумажка, с помощью которой вы, зайдя на сайт Федеральной налоговой службы или оператора фискальных данных, можете для себя распечатать чек, если у вас есть такая необходимость. Это пока только для транспорта? Облачные кассы? Облачные кассы не только для транспорта, они для интернет-торговли еще могут использоваться. Но для транспорта, говорю, это очень важно, потому что это просто в десятки раз снизило затраты. Затраты, да. Снизило затраты этой отрасли на вход в эту реформу.
И, насколько я знаю, ведь еще не нужно будет покупать онлайн-кассы самозанятым гражданам. У нас пока их еще нет, но вот когда появятся, говорят, что так это будет. Да, первое изменение как раз-таки в части индивидуальных предпринимателей, без наемных работников, оказывающих услуги. Они касаются самозанятых граждан. Я, наверное, вкратце расскажу, что это такое. Есть пилотный законопроект, в котором в пилоте участвуют 4 субъекта. Это Республика Татарстан, Калужская область, Москва, Московская область, которые применяют так называемый налог на профессиональный доход. На самом деле идея революционная, очень новая, очень удобная для людей. То есть любой человек, к примеру, репетитор, оказывающий услуги, ему нет необходимости никуда идти. Он скачивает мобильное приложение. С помощью мобильного приложения регистрируется в качестве самозанятого, а, соответственно, привязывается к мобильному приложению карта. И, соответственно, оказывая услугу, он нажимает на кнопку, пробивается операция. Соответственно, потом на карту зачисляются деньги, и 4% от суммы дохода списываются. То есть отсутствует необходимость применять контрольно-кассовую технику, отсутствует необходимость сдавать какие-либо декларации. Соответственно, отсутствует необходимость являться в налоговый орган, и плюс ко всему к этому вы легально переводите свой доход, да, получаемый от любых услуг, в легальную плоскость. И платите всего 4%. Это гораздо ниже, соответственно, ставки налога на доходы физических лиц. Это освобождает вас от начисления фиксированных платежей по страховым взносам. Страховые взносы вы можете платить добровольно, пожалуйста, если у вас есть такое желание, чтобы увеличить, соответственно, часть своей, ну, будущую свою пенсию. Прям 2 минуты осталось. Вот кратенько, какие штрафы сейчас предусмотрены за неприменение ККТ, контркассовой техники? На самом деле штрафы довольно серьезные для должностных лиц, то есть это кассир, директор. От 1/4 до 1/2 от суммы непробитого чека на не менее 10 тысяч рублей, а на юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя это от 3/4 до полной суммы непробитого чека, но не менее 30 тысяч рублей. То есть при стоимости кассы в среднем 18 тысяч? 18-15 тысяч рублей вы можете за неприменение сразу заплатить 30 тысяч рублей штраф. Вот последний вопрос на сегодняшний день, тоже очень кратко. Начинается этап отпусков. Что нужно сделать, чтобы не оказаться случайно невыездным? На самом деле очень много есть ресурсов. Есть сайт Федеральной службы судебных приставов, где у нас отображаются все ограничения на выезд всех граждан. Очень важно понимать, что запрет на выезд может быть наложен от 10 тысяч рублей при наличии суммы задолженности, поэтому всем рекомендую, перед тем, как куда-то лететь, нужно обратиться либо к нам в налоговую, да, чтобы провести сверку по наличию задолженности, либо можно через сайт службы судебных приставов в отношении себя посмотреть наличие открытых исполнительных производств, соответственно, ограничений на выезд, потому что тоже важно понимать, что на месте в аэропорту, даже если вы оплатите необходимую сумму, так быстро из программы это не удалится. Соответственно, вы очень большой шанс имеете не вылететь при наличии задолженности, о которой вы узнаете непосредственно в месте вылета. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. И надеюсь, что мы с вами увидимся вновь. И вы расскажете новости, которые касаются нашей налоговой системы. Напоминаю, моим собеседником был Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области. Платите налоги вовремя. Удачи в делах. До свидания.